Всем привет! И сегодня мы пришли в торговый центр показать вам очень красивые декорации, которые сделали к Новому году. Что ж, не будем терять время. Поехали! Посмотрите, какая красивая сова! Питається у Яготіка, було гэта давно чи недавно, за горами, за морами, альбо у нас, у белорусской пуще. Захотел и Ваня, пойдем дальше, посмотрим, что еще тут есть. Пойдем. Ребята, посмотрите, а где вот медвежата? Да, медвежата, видите? Медвежата. А наверху? А наверху рысь. Ух ты, а рядом какой-то интересный? А рядом какая-то интересная птичка. Посмотрите, это же барсучок. Где? Вот. Точно барсучок. Магдалина, смотри. Три барсучка. А где третий? Вот он, вот он. Вот это барсучки. А это тогда кто такие? Это белочки. Я все перепутала. Белочки. А вон Мишка на подарке лежит. Ребята, пойдемте скорее посмотрим, какие там волки. Мне кажется, ты ему понравилась. Смотрите, какая миленькая белочка. Можно погладить? Я думаю, можно. Там было не прихиняться. Какой настоящий новогодний мяч, да? Тут не одна. А здесь был один интересный сюрприз. Пойду покажу. Посмотрите, как белочки или лисички играют на музыкальных инструментах. И тут стоит дирижер. А это разве белочки? Это лисички. Они как-то странно, что лисички. Ребята, как вы думаете, кто это такие? Напишите в комментариях. Я думаю, что это лисички. Ребята, здесь так волшебно, что мне не хочется отсюда выходить. Мне тоже. Ну, давайте еще что-нибудь посмотрим. Посмотрите, кабанчик, посмотрите. Стоп, это не кабанчик. Пойдем искать кабанчиков. Кабанчики, ребята! Какие они миленькие! Сколько их здесь? Двое. О, смотрите, у них даже лица есть, эти зубы. Клыки такие, да? Да. Не видно, как это.
Вела, нет, ей не понравилось. Он на тебя смотрит, застыл. Можно загадать желание дотронуться до пятачка. А он сразу ожил и начал шевелиться. Какой же он милый. Посмотрите, какие. Это кто? Как хомячки, барсучки. Я не знаю, кто это. Какие-то хорьки. Вы купались в снегу, смотрите. О, а там еще один такой хорек сидит на елочке. Точно. Привет, хорек. Знаете, почему я не люблю смотреть на любой предмет сверху, когда нету стенок, можешь упасть? Потому что когда ты это снимаешь, телефон может повалиться, и это у меня всегда такое ощущение, мне очень страшно. Я тоже боюсь держать телефон, кажется, что он сейчас рухнет туда. Ну, пойдем поэтому дальше. Я так никогда не снимаю. Ну красиво, да? Такие игрушки, луна такая. Вы знаете, мне кажется, на День Святого Валентина они на эту луну обязательно кого-нибудь посадят, что-нибудь, влюбленную парочку или еще что-нибудь такое. Как думаете? Я тоже так думаю. Там вроде бы было какой-то год похожее. Да, он там было что-то типа веселое дерево, на нем были такие как сердечки на ленточках бумажные. И там писали типа имена влюбленных, что-то такое было. Ну что, ребята, вам понравилось? Нам очень. Если мы увидим еще что-то интересное, мы обязательно вам покажем. А пока.